Всем привет, друзья, единомышленники и подписчики! С вами вновь Сергей Белкин, сталкер и дозиметрист. И сейчас я приехал на дозиметрическое исследование маленького поселочка Кипень-Ущербский. Поселок Кипень-Ущербский расположен в Клинцовском районе Брянской области, в 16 километрах на запад от крупного районного центра города Клинцы. В мае 1986 года Кипень-Ущербский попал под мощный радиоактивный северный след вследствие аварии на Чернобыльской АЭС. Рассекреченные данные дозиметрической разведки за первые 4 послеаварийные года отсутствуют. Но их легко спрогнозировать, опираясь на имеющиеся данные ближайших поселков Голота, Каменка и Вольница 2. Мощность дозы в поселке Кипень-Ущербский в 1986 году была около 2 миллирентген в час. Теперь смотрим на карту загрязнения чернобыльским цезием-137 за 1998 год. Поселок Кипень-Ущербский попадает в зону радиоактивного загрязнения с плотностью 555 килобекерель на метр квадратный, что соответствует плотности загрязнения 15 кюри на квадратный километр. Если применить мой авторский метод определения мощности дозы в микрорентгенах в час от степени загрязнения в кюри на квадратный километр, описанный в статье, ссылку на которую я оставлю в описании к видео, то можно сделать вывод, что в 1998 году радиационный фон в поселке Кипень-Ущербский был примерно равен 150 микрорентген в час. Какой уровень гамма-фона в поселке сейчас, вы узнаете из этого видео. Сегодня у нас на измерениях, на исследованиях дозиметрических стандартно дозиметр-радиометр Атомтек. Его показания можно будет увидеть на белом телефоне. И карту гаммосъемки местности он отрисовывает. Ее можно будет посмотреть в описании под видео. То же самое будет делать сцинтилляционный дозиметр-радиометр Атомфаст 8850 старой редакции. Его показания будут на черном телефоне. Ну и радиометр ИРД-02 и дозиметр-радиометр-спектрометр радиокод 101. Его показания, между прочим, тоже я покажу на своем черном телефоне. Ну вот, хотя бы здесь показываю показания. Около 30 ИРД-02 и 29-30, такие же показания у дозиметра-радиометра Атомтек. То есть радиационная обстановка будет корректироваться именно по этим приборам, потому что сцинтилляционные будут завышать. Показания сцинтилляционного Атомфаст 8850. Около 50 микрорентген в час. Но это здесь недалеко. Я думал, улица будет очень коротенькая и уходить налево. То есть будет параллельно идти основной трассы Клинцы-Ущербье. А тут вышел, она еще и туда продолжается. И бетоночка здесь такая очень живая лежит. Ну, хотел у местного жителя спросить, когда ее положили, но местный житель очень быстро удалился. Пока картина стабильна. По ИРДшке 30-35, по Атомфасту около 55-60. Разница в два раза, значит, светит чистый цезий. Цезий 137.
радиационный фон повыше. Здесь уже по ИРДшке даже на уровне метра до 43, до 45. И на Атомфасте я установил порог срабатывания первой звуковой сигнализации на 100 микрорентген в час. И вот я пока вдоль забора шел, она у меня уже пробивала. Вот сейчас это 70, 80, где-то вот здесь вот, 103, вот на этом месте. Если кто не знает, я свои дозиметры маленькие ношу в боковых карманах штанов. Атомтек слева, Атомфаст справа, вот здесь. Ну и РДХ так вот, визуальным осмотром. Вот здесь вот пока самая горячая точечка. Ну вот и смотрите, по ИРД уже 55, по Атомфасту 90-100. Именно вот над этим местом. То есть здесь был хороший такой сток, где концентрировались радионуклиды. Вот здесь вот еще интересная точечка. Ну тоже. В пике на газоразрядном около 55, почти 60. На сцинтилляционном это около 100. На 100 микрорентген час пробивает у меня тревогу. Это вот здесь вот под стоком, под стеком у дома. А там дальше лежит лодочка. Пойдемте, я вам покажу. Ну вот такая она. Получается, на задворках есть лодочка. Очень похожа на детскую, но мне кажется, взрослого она тоже бы выдержала, когда была новая. Ну что же, вот по этим трем домам мне уже понятна радиационная обстановка в поселке Кипень-Ущербский. В среднем 45-50 микрорентген в час. В пике до 60 микрорентген в час. Это вот то, что оригинальная, истинная мощность дозы. Если смотреть по сцинтилляционному дозиметрическому аппарату, дозиметру, радиометру Атомфаст 8850, были скачки 100, 110, 120 микрорентген в час. Действие чистого цезия-137. То есть тут остался только цезий-137. Значит, что мы сделаем? Мы сейчас, ну я пешком пройдусь по улице. Получается, в одном конце исследуем пару домов. И переместимся на противоположный край деревушки Кипень-Ущербский. И там поисследуем. Ну и сравним результаты. Бывает такое, что радиоактивные осадки, они проходили даже в одном небольшом поселочке неравномерно. Где-то насыпали больше, где-то насыпали меньше. Мы вот эту вот радиационную аномалию постараемся выяснить. Если же будут данные и там одинаковые, ну, значит, дождик накрыл эту территорию равномерно. Ну и, в принципе, радионуклиды тоже выпали равномерно вместе с дождем. Ну и попробуем набрать спектр. Но я думаю, кроме цезия-137, тут вряд ли что-то покажет. Это один из жилых домов. Тут вот трасса Клинцы-Ущербье недалеко проходит. Я вышел на задворке, ближе к трассе. Тут вот банька чья-то, сейчас мы до домика дойдем. Ну, здесь около 70 микрорентген в час. То есть где-то будет порядка 30-35 по газоразрядному. Проверяем наш прогноз. Прям попал один в один. 35-36, ну даже до 40 вот бывают скачки. Это газоразрядный Атомтек. Дозиметр, радиометр Атомтек. На этом же месте.
Вот это здесь разлом в Сан-Андреасе. Печку унесли, я хотел измерения провести в печке. Люто, люто здесь развалили все. Ну и ладно. Почему-то мне хочется сходить именно вот туда. Ну что, пойдем? Не удержался, зашел в дом. Здесь целая печка. Печь тут цела. Показометр у меня в руках, дозиметр тоже. Отправляем в печь. Это эксперимент на проверку наличия радиоактивных элементов в печке. Это означает, что печка топилась радиоактивными дровами. В маленькой печурке чуть побольше будет. Но тут и сажи больше. Около 70-75. Выходим. Еще вдоль сарая попробуем пройти. Здесь сарайка был. Может, что и покажет интересное. Сейчас только дозиметр обратно в карман положу, в боковой. Ну вот только в конце что-то до 70 поднялось. А так я вот прошелся около этого сарайки. Ну, показания вполне обычные для этой местности. 40-35 микрорентген в час. Это здание местного магазина. Что удивительно, что не все стеклышки еще разбиты. Остались даже прилавки. Ну, пол унесли. Это как бы понятно. Но прилавочки остались. Написано даже «хлеб». Кладовка со стулом. Вы, наверное, помните, что в самих зданиях радиационный фон редко когда бывает повышен. В нашем случае то же самое. 30-25 микрорентген в час. При подходе я особо радиационных аномалий под стеками крыш не заметил. Давайте выйдем вот здесь. Может быть, здесь что-то найдем. Фон повысится, но не настолько, чтобы прям быть удивительным. Ну вот 50. Пятьдесят восемь. Ну так оно и есть. Ну тут как бы проход есть. Можно зайти глянуть. Радиационный фон. Ну, сильно не изменился он. Около 60-55. Ага, так вот и будет. Тут такая тень. Тут так хорошо. Задворки дома. Ну и дорожка какая-то была раньше. Недалеко еще один дом. В общем, что, друзья? Я прошел со своими дозиметрическими исследованиями, получается, в левую часть, она западная является, в западную часть этого поселка Кипень-Ущербский. Ну, радиационный фон и в середине поселка, и здесь на окраине одинаковый. Особых различий нету. Только единственное, что я здесь заметил, под стоками крыш, под стеками, как-то меньше прослеживается радиационная аномалия. То есть, каких-то
в 2-3 раза больших повышений мощности дозы я не обнаружил. Она либо на уровне находится с остальной местностью, то есть 50-60 микрорентген в час, либо наоборот меньше. Чем связать, не знаю. Ну давайте еще контрольный выстрел сделаем по восточной части этого поселка. Ну и будем подводить итоги. Вперед. Ну и вот, друзья, мы переместились в восточный край деревни Кипень-Ущербский. Приехали мы вот по вот этой дорожке, в самый край. Здесь такой пятачок, я не знаю, я думаю, вам будет его видно. Вот он. Мы на нем развернулись. И здесь же два брошенных дома. Первый это вот он, и второй через дорогу от него. Ну еще куда-то вот там дорожка уходит, но мы уже не поедем исследовать. Местный житель сказал, что эта дорога уходила на более крупный поселок, либо село Кипень-Рожновский. Ну и мы сейчас забежим сюда, туда, поизмеряем. Интересно, здесь все поросло. Такая трава прям. Ха-ха, прикольно. Как ковер очень большой. Вот он домик. Вот он домик. Ну, около 30. Да, 30. Что нам скажет Атомфаст? Ну, что-то около 65, может быть, 70. Микрорентген час. Ну вот здесь вот самое пока смачное место. 70, 134, 130. Тоже цезий, но побольше. Интересно так. Ну вот здесь недалеко от разваленного либо полуразваленного дома под стоком либо стеком с крыши следующее показание. По ИРД около 60-65, Атомтек около 75-80. Разница между вот этими двумя дозиметрами обусловлена тем, что тут нет фильтра и, скорее всего, бета-излучение вот эту разницу и делает. То есть чуть-чуть повышает показания. Мы сейчас снимем с этого дозиметра крышечку и попробуем измерить бета-излучение. Но пока не об этом. Ну и сцинтилляционный дозиметр-радиометр выдает здесь около 130-140. Ну и вот смотрите. Фильтр я снял с ИРД-02. И показания уже примерно такие же, как у Атомтега. То есть, да, здесь есть бета-излучение. Можно его даже и измерить. Вот, смотрите, одинаковое. Да, 79, 79, 80, 80. Да, показания идентичны. То есть я был прав. Здесь, скорее всего, бета-излучение. Смотрим и измеряем бету. Вот смотрите, я наблюдаю около 5 минут в среднем. Без крышки фильтра показания здесь 50. Это среднее. 50 импульсов, так скажем. 50 импульсов. Сейчас одеваем фильтр и производим второй замер. Ну вот и смотрите. Фильтр одет. И в среднем показания 45. 45.
из чего можно сделать вывод, что бета-поток здесь составляет около 5 частиц на сантиметр квадратный в минуту. Да, кстати, это моя подставочка такая самодельная, жиденькая, но она очень сильно помогает. 5 бета-частиц добавляют как раз от 7 до 10 микрорентген разницы между вот этими двумя дозиметрами, радиометрами. Ну, РД-шка это радиометр чистый, а там ТЭК дозиметр, радиометр. Ну вот я вывел китайцев прогуляться. Ну и смотрите. 69-70 на БР-9С. Это Атомтек. И в НИРСе JC-01. В среднем он говорит, что 64 микро... 0,64 микрозиверта в час. Ну, чуть-чуть поменьше он показывает на цезии как-то. С учетом того, что он еще и бета-излучение периодически там подсчитывает. Чуть-чуть ниже показания. Через 7 минут БР-9С выдаст среднее показание вот здесь. Ну, посмотрим. Здесь среднее 62 микрорентгена в час. Либо 0,62 микрозиверта в час. Радиокод 101 на этом месте выдает 46-47 микрорентген в час. Вот и смотрите, это приложение радиокод. Смотрите, кто у нас тут лезет. Лезет у нас тут чистый цезий. У меня немножечко сбита калибровка. Это не 612 КФ, это 662. Я попытался сейчас это все дело откалибровать, но почему-то у меня пока не получилось. Видимо, плохо посмотрел видеоинструкцию от Арсения Кузнецова. Надо будет еще раз пересмотреть и сделать, чтобы все было на своих местах. Чистый цезий, 662 КФ. Других радиоизотопов пока не наблюдается. БР-9С вывел среднее показание, и они равны 59 микрозивертам, 0,59 микрозивертам в час, либо 59 микрорентгенам в час, ну почти 60. Как-то занижают показания на цезии китайцы. Здесь 57. Но здесь немножечко быстрее идет обновление среднего значения мощности дозы. Радиокод показывает 45. Китайцы, конечно, говорят в унисон 59-59, но ниже, чем наши приборы. О чем это говорит? О том, что китайцы, видимо, если они калибруются, то калибруются на каком-то другом источнике. Возможно, кобальт 60, возможно, какой-то еще. Все, друзья, наше дозиметрическое исследование поселка, либо деревни Кипень-Ущербский завершено. Вы сами видели, что мощность дозы здесь невелика, порядка 45-50, ну, может быть, где-нибудь 55 в среднем микрорентген в час. Это говорит о том, что здесь зона с правом на отселение соответствует. Если кто-то захочет поспорить со мной и доказать обратное, потому что там есть несколько зон, может прочитать мою статью, которую я оставлю в описании под этим видео, и сам определить по мощности дозы, по степени загрязнения, какая же здесь все-таки степень загрязнения и какой статус нужно присваивать. Это вы можете сделать сами. Поэтому прочтите. Очень интересная статья, я старался для вас. Также мощность дозы с двух дозиметрических аппаратов. Один газоразрядный, другой сцинтилляционный. Гамма-съемку местности вы тоже можете посмотреть в описании под видео. Я там тоже оставлю. Зайдите, понажимайте, посмотрите, где я ходил, где я измерял и какие показания там были. Точечки разноцветные, хорошо ориентироваться визуально. Также и по мощности дозы, по координатам, там дата, время. Там все есть. Зайдите, понажимайте. Что хочется сказать? Степень загрязнения этого поселка была очень высокая. У меня уже в последнее время сложилась такая, не то чтобы поговорка, а выражение,
можно сказать, крылатая, что бери, отматывай время на 20 лет назад. Вот эти показания, которые сегодня были даны, и я вам показывал, умножай на 10, то есть это было около 500 микрорентген в час. А если брать, отмотать еще время на 30-35 лет назад, то эти показания можно умножать на 100, смело на 100. То есть это было где-то 450, 500, 600 микрорентген в час. Даже не 600, а 6000 микрорентген в час. 5000, 5500, 4500, ну вот где-то около 5 миллирентген. Да, такие показания действительно были. Возможно, даже и больше. Потому что я всегда указываю среднее. А там разброс очень большой был. Очень сильно загрязнено было. Но тем не менее, что вот спустя на данный момент 37 лет, в 23-м году, мы отмечали 26 апреля очередную дату, 37 лет со дня катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. Да, как пояснили нам местные жители, Чернобыль сильно повлиял на жизнь вот этого поселка. По Чернобыльской программе местные жители сдали свои дома и уехали. Кто в Клинцы, кто в Клинцовский район. Здесь остались самые-самые долгожители, самые те, кто не хотел уезжать с насиженных, либо с обжитых мест. Насиженные — это, скорее всего, больше к чему-то такому, к прибыльному относится. А вот к обжитых, то есть человек жил-жил-жил, ему здесь нравилось, родимый дом, это, наверное, больше подходит. Тем не менее, как есть. Жители местные пока есть, дома все с каждым разом уходят и уходят. Их, получается, в строю их остается все меньше. У меня же на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, если вам понравилось это видео. Всем пока и до новых встреч на моем канале.